Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами прослушаем лекцию из цикла начертательной геометрии для технических втузов на тему «Методы проецирования и проекции точки». Мы с вами уже прослушали вводную лекцию в весь курс начертательной геометрии, и там говорили с вами о том, что в технике изображения получают с помощью особого процесса, который называют проецированием. Таким образом, полученные изображения по имени этого процесса называют проекциями. В этом смысле нашу науку можно назвать геометрией проекций. Значит, наша наука открывает возможности, исследуя изображения, или другими словами, умение на них решать позиционные и метрические задачи, тем самым судить о позиционных и метрических свойствах оригинала в пространстве, то есть трехмерного образа по двумерному образу, полученному в результате проецирования. Такой подход к делу был предложен в свое время Гаспаром Монжем, который изображал не объекты реальные, а лишь их геометрические модели, состоящие из простейших геометрических образов, из точек, прямых, плоскостей, отсеков поверхности. Считая, что инженер всегда реальное изделие, точнее его поверхность, может представить в виде сочетания этих простейших образов и решить все геометрические задачи о поверхности этого объекта, а затем придать этой поверхности внутреннюю, будем говорить, фактуру, из какого материала там это сделано, какова его прочность, и решать уже другие инженерные задачи. Таким образом, из всего комплекса задач выделяется задача о поверхности изделий. В свою очередь, поверхность расчленяется на составные части, и начинается изучение законов построения изображения этих геометрических образов в начале простейших, а потом уже и их сочетаний. Вот, собственно, в чем нам сейчас с вами надо разобраться, но максимально упростить задачу. Начать изучать процесс получения проекций на простейших геометрических образах. И вот сегодня мы с вами начнем это делать, начиная с точки. Способы получения изображений различны, и мы поэтому с вами начнем с самого общего способа, из которого, как частные случаи, вытекают остальные способы проецирования. Разберем сейчас с вами геометрическую модель процесса проецирования. И условились с вами, что проецировать мы будем с вами простейший геометрический образ – точку. А в жизни, может быть, это не точка, а множество точек или множество других образов и их сочетаний. Пока берем простейший случай. Итак, условимся с вами, что когда мы будем оперировать геометрическими моделями, у нас будут встречаться точки, прямые, плоскости. У нас будет встречаться их изображение. Поэтому в каждом курсе, в каждом институте порою по-своему обозначают эти точки, прямые и плоскости, и их проекции. Порою нет единства в этих обозначениях, поэтому прошу не удивляться, если, читая учебник, вы увидите несколько другие изображения, обозначения, чем я сейчас вам буду предлагать. Но все это настолько мизерные трудности в сравнении с освоением модели пространства, что я думаю, что пусть это для вас будет простейшим упражнением распознать тот же образ с другим обозначением. Ничего здесь страшного нет, и драматизировать это
мы с вами не будем. Итак, пусть мы имеем в пространстве некоторую точку, назовем ее буквой S с индексом 1. Сразу скажем, что точки мы будем называть большими буквами латинского алфавита. Если этих точек нам на чертеже будет не хватать, то мы будем обозначать эти точки арабскими цифрами. Пусть, кроме того, мы имеем некоторую плоскость. Плоскости мы будем обозначать большими буквами греческого алфавита. Ну, возьмем, например, здесь буквой π. Она по ГОСТу нашему обозначается просто как наша буква P. И дадим тот же индекс, что и этой точке. Так вот, эту точку, если мы с вами назовем центром проецирования, а эту плоскость назовем плоскостью проекции, то все пространство здесь может быть заполнено объектами проецирования. А мы вот среди всех этих объектов выделим всего лишь простейший объект, какую-то точку А. Так вот, процесс проецирования, или, как говорят, получение изображения этой точки из центра S на плоскость P1, состоит в двух геометрических действиях. Первое действие – соединение центра проекции с объектом проецирования, соединение прямой. И второе действие – пересечение этой прямой с плоскостью проекции. Можно продолжить эту прямую как луч, но мы, поскольку эта часть луча нам не нужна, мы можем ее убрать и скажем, что мы будем иметь полупрямую только до проекции. И дальше его, хотя прямая, мы считаем бесконечно. Так вот эту точку мы обозначим такой же буквой, как и сама точка, но чтобы отличать их друг от друга, придадим ей индекс плоскости. И тогда мы скажем, что проекция точки А из центра S1 на плоскость P1 – это точка встречи луча S1A с плоскостью P1, и эту точку называем центральной проекцией точки А на плоскость. Почему центральной? Да потому что если бы я взял какую-нибудь другую точку, я не буду ее чертить, то я должен был повторить тот же процесс соединения ее с той же точкой, с тем же центром. И множество всех точек дало бы выходящие из одного центра такую связку лучей, которая бы в пересечении давала бы вот это изображение. Вот элементарная геометрическая модель процесса проецирования оригинала из центра на плоскость. И вот на этой простейшей модели сразу геометры выделяют две основные задачи, которые можно решать на этой модели. Первая задача называется прямой задачей, в которой по оригиналу, вот так, как я это здесь изображал, мы получаем изображение. Мы видим, что здесь прямая единственная, точка пересечения единственная, задача имеет единственное решение. А вот обратная задача сводится к тому, что при наличии центра и плоскости я считал бы исходным проекцию и поставил бы задачу по проекции найти оригинал. Здесь мы по оригиналу искали проекцию, а тут по проекции найти оригинал. И сразу бы заметили, что при одном центре и одной плоскости таких точек на прямой можно было бы взять бесчисленное множество. Другими словами, задача имела бы бесчисленное множество решений, или точнее она не имела бы этого решения. Вот тогда для возможности решения обратной задачи тоже единственным образом вводят еще одну плоскость проекции. И назовем ее, скажем, π2. Вторую плоскость, такую же. Вводят еще один центр, пусть, например, S2. И повторяют ту же процедуру проецирования. Получает еще одну проекцию точки А на вторую плоскость, я обозначу ее индексом 2. И вот тогда сразу становится ясным, что при наличии двух центров, при наличии двух плоскостей проекции, при наличии двух изображений,
и двух центров. Можно восстановить эти проецирующие лучи и в их пересечении восстановить единственное положение оригинала. Вот и говорят, что обратная задача проецирования однозначно в системе двух центров и двух плоскостей проекции. Вот все основные краткие сведения, которые нам пока надо знать об этом виде центрального проецирования. Эта, казалось бы, простенькая модель является исходной для целой ветви начертательной геометрии, которая называется центральными проекциями. Изучается в ней теория так называемых перспективных изображений. И изучается она в строительных институтах инженерами-строителями, архитекторами, и в художественных институтах изучается художниками. Ибо восприятие пространства аппаратом зрения полностью повторяет эту схему. Вот этим центром у человека является зрительный аппарат. Ну, один глаз там или два, допустим. Это хрусталик, будем говорить точно. А изображение-то получается на сетчатке. Вы знаете из биологии эти вещи, так? Чтобы лучи, идущие изображения, проходя через хрусталик, проецируются куда? На сетчатку глаза. Там не плоскость, там получается элемент сферы, что ли. Это изображение на сфере. Ничего страшного нет. Вы себе можете представить, что мы в начертательной геометрии говорим об изображениях на плоскость. Но все же вы видали, скажем, панорамные изображения. То изображения где построены? На цилиндрической поверхности. А если вы зайдете где-то в музей, скажем, старые культовые здания, вы увидите росписи цилиндрических стен или куполов. Вы увидите изображения, сделанные на поверхностях, так? Значит, мы просто с вами ограничиваемся, что инженеры занимаются изображением на плоскости, а архитекторы также вот центрально из одной точки, но могут строить изображение не только в плоскостях, но и на поверхностях. Это вы всегда можете посмотреть, а желающие могут взять теорию перспективы, которую изучают художники и архитекторы, и посмотреть более подробно эти, аппарат этих проекций. Значит, это целая ветвь начертательной геометрии. Теперь движемся с вами дальше. Упростим нашу схему. Представим себе, что эти центры удалены в бесконечность по заданным направлениям. Тогда такие же две плоскости, по-прежнему назовем их, скажем, π1 и π2, а центры S1, представим себе, что был удален вот в этом направлении, я назову это направление, а прямые мы с вами условимся обозначать малыми буквами латинского алфавита, скажем, М маленькое. Вот в этом направлении М маленькое удален центр S1 в бесконечность. А вот центр S2, скажем, удален по направлению N. Значит, мы скажем, что центр S2 удален тоже в бесконечность. Вот по этому направлению. Тогда произвольный объект, скажем, точку А, надо было бы соединять с бесконечно удаленными центрами. Конечно, значит, это привело бы нам к проведению параллельных лучей. А процесс проецирования означал бы, что этот параллельный луч нужно продолжать до пересечения с плоскостями проекции. И тогда прямой луч, параллельный первому направлению, и прямой луч, параллельный второму направлению, определили бы совершенно аналогичные проекции, точку А1 и точку А2, и тогда бы мы с вами уже говорили не о центральном проецировании, а о косоугольном проецировании, то есть проецировании под какими-то косыми углами к плоскостям проекции по направлениям удаления этих центров. И если мы представили себе какую-то другую точку, то ясно, оттуда бы пошли бы такие же лучи, которые друг другу попарно были бы, разумеется, параллельны. Вот и говорят, что это схема косоугольного, но все-таки параллельного проецирования, а не центрального. Я не показываю здесь дальше этих точек. Конечно, здесь же мы наблюдаем, что решение прямой задачи, теперь же будем говорить не в одной, так возьмем сразу модель. Есть два центра удаленных, есть две плоскости. Прямая решается, и обратная задача решается однозначно, тоже так же, как это было в первой схеме.
будем продолжать с вами упрощать эту модель. Но прежде скажу два слова. Вот это косоугольное проецирование. Это тоже целая ветвь начертательной геометрии. С помощью вот этой модели организуются специальные изображения, которые называются аксонометрические. Аксонометрия, оси измерения, это измерение объекта вдоль осей параллельными, вот с помощью, образованных с помощью параллельных лучей. Вы в средней школе знакомы были с изометрией и диметрией. Это наши стандартные виды аксонометрических проекций, получение которых, теория которых основывается вот на этой модели. Это тоже большая ветвь начертательной геометрии, которая глубоко изучается архитекторами и художниками и частично, в какой-то степени, не полностью, но в теоретической части изучается нами, а в прикладной части инженеры очень хорошо должны будут знать эти теории изображений с тем, чтобы уметь их строить. Скажем сейчас несколько слов о применении этой модели. Эта модель является основой так называемых аксонометрических изображений, которые широко применяются в инженерной практике, ну и у инженеров, и у художников, и у архитекторов. Мы с вами говорили о центральных проекциях, и говорили, что это аппарат художников и архитекторов. Они хотели выразить какие-то эстетические чувства, восприятие окружающего мира путем живописи либо зодчества. Это было творчество, но творчество чисто эстетического плана. Здесь же построение параллельных изображений параллельными лучами, так называемых аксонометрических проекций, служит другой цели. Когда инженер построит изображение по вот этой модели, то оно прекрасно дополняет другие, более сложные для понимания изображения. То есть обычные чертежи, которыми организуется производство. И если рабочим тяжело, то инженер приходит ему на помощь вот изображениями по этой схеме, которые дают восприятие пространственного представления на одном изображении трех измерений объекта. И вот если вы посмотрите на такие изображения, и на изображение обычных чертежей, вы увидите слишком резкую разницу в возможности понимания пространственной формы. Вот почему оказание помощи рабочему производится с помощью построения изображений вот по этой схеме. Такие изображения вы в школе строили, это так называемые изометрические, диметрические изображения. Вы видели там, скажем, куб, вы помните, вы видели все три грани этого куба, вы видели его в пространственном восприятии. Будем продолжать упрощать эту модель. И сделаем сразу два шага упрощения. Расположим эти плоскости друг к другу под прямым углом, а направления, по которым будут удаляться наши центры проецирования, сделаем перпендикулярными к этим плоскостям проекции. Ну и поскольку нам известно, что направление будет расположено на перпендикулярах, то можно этих обозначений будет и не делать. Тогда эта простейшая схема будет схемой прямоугольного проецирования, но добавим еще на две взаимно перпендикулярные плоскости. Вот тогда эта схема выглядела бы так. Вот, скажем, одна плоскость, а вот другая плоскость. Вы уже узнаете это. Я здесь провел лучи под 45 градусов, будем считать. Эту плоскость назовем плоскостью π1, а вот эту плоскость назовем плоскостью π2. Это то, что у вас в средней школе уже такая модель встречалась. Это была горизонтальная плоскость проекции, это была фронтальная плоскость проекции. Перпендикулярно к ним направление лучей, по которым удаляются центры проецирования. И поэтому, если взять какую-нибудь в пространстве точку А, то процесс ее проецирования связан был бы с соединением с бесконечно удаленной, либо проведение луча перпендикулярно к плоскости. И тогда
пересечение этого перпендикуляра, я, скажем, пусть оно происходит в этой точке, назвал бы эту точку цифрой А1, а проведение луча в удаленный центр S2 привело бы к лучу параллельному, перпендикулярному к P2. И вот если правильно строить изображение, то здесь надо провести линию параллельно этой кромке, будем говорить, и здесь отметить точку А2. Ну вот, собственно, направление этих лучей, а это проекции. Ну, если эта плоскость расположена горизонтально, тогда говорят, что это горизонтальная плоскость проекции, а это горизонтальная проекция точки А, а это, говорят, фронтальная плоскость, это фронтальная проекция точки А. Тогда вот эту схему можно назвать простейшей, как частный случай, вот этой нашей модели. Часто инженеру бывает, если представить себе не точку, а представить себе какой-то объект, то бывает, что этот объект, если он расположен в плоскости, перпендикулярной к этим двум плоскостям, или что ли в плоскости вот этих двух лучей, то тогда изображение может выродиться здесь в линию и здесь в линию. Вот тогда, говорят, может быть, имеет смысл для большего удобства пользоваться изображениями по этой же самой схеме, но для других двух плоскостей. А именно, взять вот точно такую плоскость P2, как вот эту, а к ней под прямым углом расположить третью плоскость. Ну, вот эти линии, а если так придвинуть, они бы совпали. Эта плоскость была бы P2, а эту плоскость назовем, скажем, P3. В курсах эта плоскость называется профильной плоскостью. Если взять ту же самую точку А, то процесс проецирования был бы точно таким же. Здесь предполагается, что центр удален бесконечность перпендикулярна к P3. И вот если здесь изобразить точку А2, как точку встречи перпендикуляра к P2, а здесь вот точку А3, то ведь можно было бы сказать, что это совершенно одинаковые схемы проецирования, такие же модели, только это в системе вот этих двух плоскостей, а это других двух, из которых вот это можно считать одинаковое. Вот если у меня объект был бы расположен вот в этой вот плоскости, и вырождались бы здесь изображения, то я бы этот объект расположил бы вот в этой системе, и тогда здесь бы изображение выродилось, но здесь бы спроецировалось наиболее выразительно. Вот тогда инженеры сказали, что несмотря на то, что система двух центров и двух плоскостей является базовым элементом в геометрической модели, искусственно создали более широкую модель. Модель, состоящая из этих двух моделей. Но учитывая, что эти плоскости общие, пришли к модели такой, которую вы уже знаете в средней школе, состоящей из трех плоскостей. Вот у нас была бы плоскость P2, это плоскость P1, а это, скажем, плоскость P3. И тогда вот эта точка А проецировалась бы на плоскость P1, проецировалась бы эта точка на плоскость P2, и проецировалась бы эта точка на плоскость P3. Вот такая была бы модель, о которой мы с вами уже догадываемся, знаем очень многое из средней школы. Что же в конце концов мы умеем делать на этой модели? Мы умеем взять объект и с помощью пространственной модели получить изображение. Могли бы взять более сложный объект и сделать то же самое. Могли бы взять изображение
и, проводя встречно-перпендикулярные лучи, получить точки объекта. Но опять-таки работали бы мы в пространстве. Однако для деятельности инженера работать так в пространстве неудобно. И поэтому встал вопрос, нельзя ли прямую и обратную задачу проецирования сохранить все эти свойства, но найти отображение этой модели на плоскость. И на одной плоскости, а значит на одном листе бумаги, делать то же самое. Это предложили делать следующим образом. Прежде всего, должны были предвидеть, что, создав плоскостное изображение, ну, можно, скажем так, вот эту плоскость, вот как бы разрезать эту линию, по этой линии эти три плоскости, и развернуть вот эту плоскость до совпадения с π2, а π3 развернуть до совпадения с π2, вот вращением вокруг вот этой прямой. Эти прямые называют осями проекции. И тогда сказали бы, что это О – начало проекции, это Х – ось проекции ОХ, это Y – ось ОY, а это Z, скажем, ось ОZ. Так вот, вращением вокруг оси проекции ОХ, оси проекции ОZ, можно было бы получить вот такое совмещенное с плоскостью изображение. Ну, сами плоскости выглядели бы вот так. Это было бы ось Х, ось проекции, это ось Z, это наша ось Y повторилась бы дважды, мы сказали, она раздвоилась как бы. Это было бы совмещенная плоскость π1, это π2, это π3. Изображение, если бы я здесь наносил, ну, можно себе представить эти изображения. Скажем, это было бы А2, где-то здесь было бы А1, ну и вот здесь где-то было бы А3. Причем нетрудно здесь заметить, что вот эти отрезки были бы равны. Ну, потому что вот этот отрезок равен этому, значит, это равен вот этому, поэтому в силу равенства вот этих трех отрезков можно сказать, что эти отрезки были бы у нас равны. Ну, можно сказать и так, что и вот эти вот отрезки были бы равны. Можно показать это равенство вот этих отрезков, а вот здесь показать равенство вот этих отрезков. Можно показать равенство вот этих отрезков. Это то, что мы можем наблюдать из совмещенной пространственной модели. И вот когда это равенство отрезков было обнаружено, то пришли к мысли такой. Если мы будем эти плоскости проекций считать одновременно координатными плоскостями, то эту ось я называю осью координат, и эту ось. Это не только плоскости проекции, а плоскости координат, то это означает, что я имею право измерять расстояние точки до этих плоскостей. То есть я вот эти линии в пространстве, отрезки, точнее, этих линий, они определяют расстояние точки до плоскостей проекции, и каждая из них параллельна какой-то оси. Так это не только оси проекции, но и оси координат. Значит, отрезок от А до А3 – это какой-то отрезок Х. И он же спроецировался бы в Х, и на ось в Х, и здесь в Х. То есть вот эти помеченные мною три отрезка я мог бы заменить и сказать, что если бы я проецировал не только точку, а и координатные ломаные, то вот это было бы проекция расстояния x, а если на ось бы спроецировал прямо вот так на ось, то это было бы тоже расстояние x, и вот это было бы расстояние x. Если бы я взял расстояние до π2, вот это, y,
то я заметил бы, что оно здесь y, но оно и эта величина y, и вот эта величина y, и вот эта величина y. И спроецировал бы вот это расстояние как на плоскости, так и на ось, вот прямо вот так, то я бы сказал, что я вместо вот эти одинаковые замеченные мною расстояния, это проекции расстояний y. Вот это y, вот это расстояние y, и вот это расстояние y, и вот это расстояние y. Точно так бы я и сказал о величине расстояния до плоскости π1, измеренного параллельно оси z, что вот это расстояние, это есть расстояние координата z. И здесь бы вместо этих одинаковых расстояний я бы написал, это координата z, это координата z, и вот это координата z. Вот до сих пор. Значит, мы с вами условились проецировать не только объект, но и координатные отрезки, определяющие расположение его в пространстве. А когда мы это сделали, сразу появилась новая возможность. Это возможность решения прямой и обратной задачи на плоскостной модели. И действительно, скажите, пожалуйста, что такое прямая задача? Прямая задача – это если у нас дано объект, например, точка А, а что с точки зрения геометрии дана точка А? Это даны расстояния точки от плоскостей проекции. То есть известен расстояние координаты x, координаты y и координаты z. Вот это значит, мне дана точка. И ничего больше это не означает. А что же нам надо найти? Нам надо найти изображение точки. То есть надо нам найти, например, А1, найти А2, ну и если понадобится, то и А3. Но мы с вами видели, что задача решается на двух плоскостях проекции. И две плоские проекции позволяют определить положение точки в пространстве. Значит, может быть, только двух этих проекций или двух вот этих проекций, а может быть и всех трех. Можно ли эту задачу решить вот на таком чертеже? Оказывается, можно. Я повторю этот чертеж рядышком здесь. И упрощу его только тем, что ограничение плоскостей я не буду делать на этом чертеже. Вот будет начало проекции, начало координат. Это ось x проекции, ось координат. Это ось z. Это у меня ось y. Но та, которая перемещалась с плоскостью π3, мы назовем ее y3. А та ось y, которая перемещалась с плоскостью π1, назовем y1. Это та же координата, только на разных направлениях. Я вот скажу, можно ли решать прямую задачу? Оказывается, вот что. Если эта точка А1 находится на расстоянии y, а здесь x, то, наверное, используя вот эти вот два отрезка, можно восстановить эту точку. А вот эти два отрезка, если z, то можно восстановить вот эту точку, x и z. А эту как? Использовать y и z. Значит, выходит, что если бы я на чертеже еще зафиксировал вот эти точки, от которых откладываются эти координаты, то можно было бы говорить об этих расстояниях здесь не только от оси, но и от конкретных этих точек. А что же это за точки будут? Наверное, вспоминайте, если это точка А в пространстве, то это проекция ее прямо на ось. Значит, если я назову эту точку А да с индексом x, то это будет проекция точки А прямо на ось x. А вот точку А прямо на ось z. Получите здесь точку какую? А, z. А это какая точка будет? Это АY1. А это будет точка АY3. Это точка, спроецированная на ось y и раздвоившаяся. Значит, фиксируя на осях вот эти точки и откладывая, соответственно, координаты в пересечении лучей, мы можем и все это восстановить. Сколько здесь комбинаций может быть, с чего начинать и чем заканчивать? Да множество здесь может быть комбинаций определения вот этих точек с помощью разных координат. Чтобы нам было удобно, лучше всего условиться о какой-то последовательности. Лучше всего делать так. Нам методически удобно использовать для построения изображения
последовательно каждую координату x, y, z. Получая из каждой координаты максимум информации на изображении. Ну вот возьмем координату x. Допустим, она равна 2, как мы заметили. Видно, что если мы отложим это расстояние вдоль оси x, то мы придем в проекцию точки на ось x, то есть получим точку AX. Значит, я откладываю 2 единицы, допустим, это масштабная единица, и здесь получу изображение оригинала на ось, точку AX. Какую еще можно информацию графическую получить из этой цифры 2? Наверное, можно утверждать и провести здесь вот эту вот линию проекционной связи, на которой находятся где-то горизонтальные и фронтальные проекции. Вот те графические сведения, которые могут быть получены из координаты x. Точка AX и проведение вот этого перпендикуляра. Обратимся к следующей координате y. Допустим, она равна 3 у нас. Обратимся к этой плоскостной модели, увидим, что вот координата y на этом перпендикуляре определяет положение горизонтальной проекции точки. Значит, по этому перпендикуляру, откладывая 3 единицы, 1, 2, 3, мы получим горизонтальную проекцию точки А, то есть точку А1. Больше информации здесь мы получить не можем. Используя координату Z, мы можем на этом перпендикуляре отложить эту координату Z и попадем с вами, получим точку А2. Так она, допустим, равна 4 там. 1, 2, 3, 4, мы говорим, что мы получили фронтальную проекцию точки вот на отрезке, равном 4 единицам. Это у нас отрезочек x, это отрезок y и этот отрезок z. 3 координаты определили 2 проекции. Задача решена. Если бы мы хотели получить не эти 2 проекции, а, скажем, вот эти 2 проекции, то мы бы сказали, что А2 и А3 находятся на одном перпендикуляре к оси Z, проведенном через точку АZ. А точка АZ – это проекция точки в пространстве на ось Z. Ну, эта координата Z у нас уже есть, значит, проведение такой линии, на которой где-то будет горизонтальная проекция, здесь по дороге позволяет нам отметить точку АZ. На этом перпендикуляре профильная проекция точки определится координатой y, которая, кстати, есть здесь у нас и тут, и можно непосредственно ее отложить вдоль этого перпендикуляра. 3 единицы у нас. 1, 2, 3. Вот здесь получили бы профильную проекцию точки. Итак, используя три координаты на перпендикуляре, проведенном через точку АХ, можно получить вот эти 2 изображения, горизонтальные и фронтальные. Если говорить о перпендикуляре, проведенном через точку АЗ, то здесь координата х определила бы положение фронтальной проекции, а координата y определила бы положение профильной проекции. Ну, разумеется, если достроить координатные ломаные, то здесь мы получили бы точки АY1, здесь точку АY3. И между ними, безусловно, можно установить графическую связь в виде дуги или 45-градусной прямой. Вот тогда мы получаем эпюр на 3 плоскостях проекции, где незримо присутствуют 2 задачи. Вот 2 изображения, 3 проекции. Вот эти 3 координаты. Либо вот эти 2 изображения, тоже 3 координаты. Z, X, Y. И здесь X, Z, Y. Вот это полная модель, если говорить о необходимости решения задачи в системе 3 плоскостей проекции. Ну, а если бы мы обратились с вами, и так повторяю, это прямая задача. Были даны координаты, и по координатам мы построили попарно либо вот это изображение, 2 изображения, либо вот эти 2 изображения. Ну, а к чему же сводится решение обратной задачи? Там что у нас будет дано? Там будет даны изображение, ну, например, А1 будет дано и А2. Или может быть дано, например, скажем, А2 и А3. Любая пара изображений может быть задана. А что нужно будет найти? Объект в пространстве, так? Это наша обратная задача. А что же такое объект?
мы установили с вами, что знать объект – это знать его расстояние до плоскостей проекции, то есть координаты. Значит, найти нам нужно наш объект, а, то есть установить его величину координаты x, y и z в пространстве. Ну, допустим, возьмем с вами вот в системе этих плоскостей, это x, это у меня y3, это, скажем, y1, это ось z. И я имею изображение какой-то точки, скажем, А. Это у меня А2, а вот это у меня, скажем, А3. И мне по двум изображениям хотят узнать положение точки в пространстве. Это означает, что должны мы установить эти координаты. К чему же сводится задача? Задача сводится к пониманию, какой отрезок изображает какую координату. Надо вспомнить, что это точка АЗ. Надо вспомнить, что вот это расстояние, это будут у нас координаты Z. Надо вспомнить, что это координата X, а это координата Y. Можно взять теперь, померить эту координату X и записать. Взять эту координату Y и записать. И вот эту координату Z померить и записать. К чему свелась задача? Задача свелась к чтению координат по изображению. Могла бы быть задана не фронтальная и горизонтальная проекция, тогда бы это x, это z, а y бы тут прочитали. Любая пара могла бы быть задана. Вот поэтому и говорят, что вот эти задачи, прямая и обратная, показанные здесь всего лишь на одной точке, но это тот элементарный, но принципиальный, такой геометрический, будем говорить, факт, который лежит в основе двух видов деятельности инженера. Ну, действительно, подумайте. Вот вы закончите институт, узнаете очень много нового, научитесь решать множество задач по разным предметам, научитесь конструированию, но скажите, когда вы уже будете готовы к инженерной деятельности, вы представите себе какое-то изделие. Посчитаете все его размеры, взаимное расположение. Что это такое? Чем вы располагаете? Вот на своих записочках, там, черновых материалах, набросках. Что это будут? Расчеты там ваши? Это будет метрика будущего оригинала. Вы будете знать толщины, расстояния, диаметры, длины. Но это будет метрика. Вы будете знать вот это. X, Y, Z великого множества геометрических образов. И их сочетание. А что нужно будет строить вам? Изображение будущего объекта, то есть его проекции. Значит, вы будете в значительно большей сложной ситуации решать принципиальную задачу. По метрике строить изображение. Значит, наша прямая задача геометрии является геометрическим аналогом, принципиальным элементом, будем говорить, будущей конструкторской деятельности. Она обрастет множеством знаний, но принципиально будет только такой. Ну а что же означает, когда я смотрю на изображение и читаю координаты? Ну представьте себе деятельность технолога. Он не создает чертеж, есть чертеж изделия, а он должен организовать его изготовление, чтобы люди, исполнители, рабочие, техники на оборудовании отрезали, сверлили. Что делали? Технологические операции – по этим размерам. Откуда их брали? С чертежа. Значит, чертеж организует труд не только конструктора, когда ты создаешь этот труд, чертеж, но он организует труд технолога, потому что он по чертежу читает метрику и организует работу оборудования. Вот почему, если мы обратимся к деятельности конструктора или к деятельности технолога, то мы увидим, что они решают либо прямую, либо обратную задачу геометрии, только в более сложных ситуациях. И подобно тому, как мы с вами должны прекрасно решать как прямую, так и обратную задачу, подобно этому хороший инженер, он всегда грамотный конструктор и грамотный технолог. Ибо эти две задачи обогащают друг друга и позволяют создать оптимальное, наилучшее решение творческой задачи инженера. Ну вот теперь, после этого, мы с вами перейдем к некоторому усложнению
и примером. Решение задач на комплексном чертеже, то есть на нашем плоскостном отображении. Его называют комплексным чертежом, потому что представление о детали дает комплекс проекции. Иногда его называют эпюром. Ну, это заимствованное из французской терминологии «Монжа». И посмотрим теперь некоторые более сложные задачи, связанные с решением изображений точки. Но прежде всего нам нужно представить, что точка в пространстве может, ну, конечно, менять свои координаты, но от этого принципиального изображения здесь не будет меняться. Но если только точку я расположу на плоскости P1, то есть я возьму таким образом, чтобы у меня точка имела координаты какие-то, допустим, 2, 3, а вот хочу, чтобы точка располагалась на плоскости P1. Наверное, координата Z должна быть равна нулю, и тогда я скажу, что эта точка принадлежит плоскости P1. Но в символике знак принадлежности мы записываем с вами такой вот горизонтальной подковкой. Мы скажем, что точка А в этом случае у нас принадлежит плоскости P1. И если бы я захотел эту точку расположить не в плоскости P1, а, скажем, в плоскости P2, то вы сразу соображаете, что уже это было бы, скажем, точка B, она бы имела координаты, ну, допустим, те же 2, но вот если в плоскости P2, скажем, то нужно, чтобы координата Y была равна, то есть расстояние до этой плоскости было равно нулю, а координата Z может быть какой-то другой, ну, скажем, 4. И, наконец, если взял бы точку C и захотел бы ее расположить в плоскости P3. Наверное, расстояние до нее было бы 0. Значит, координата x была бы 0. И вы бы сказали, что эта точка имела бы координаты, скажем, 0. А здесь было бы, скажем, 3. А здесь, скажем, 4. Вот одна координата нулевого значения приводит к расположению точки на плоскости проекции. Ну, а если бы я взял, скажем, точку D и взял бы в ней таким образом 0, 0 и взял бы 4. Две координаты равны нулю. Значит, у меня координата x равна нулю, координата y равна нулю, и я имею только величину координаты z. Значит, ясно, что точка располагается не на плоскости, а на самой оси и имеет расстояние 4 единицы от плоскости P1. Эта точка принадлежит оси z. И, соответственно, нетрудно написать равенство других координат нулю. Значит, если точка имеет две координаты, равную нулю, то она располагается на прямой, то есть на оси Z. Вот такие, что ли, предосторожности надо иметь в виду, но, наверное, надо поупражняться и уметь строить такие точки на изображении. Ну, давайте с вами, скажем, возьмем одну из них, вот восстановим точку, скажем, здесь у нас будет там, скажем, 2, 3, 0. Мы говорили, что эта точка принадлежит плоскости P1. Ну вот, построим. Используем координату x. Раз, два. И сказали, что это AX. Вот тот перпендикуляр, на котором где-то будет горизонтальная и фронтальная проекция. Использовали y. Раз, два, три. И получили горизонтальную проекцию точки A1. Использовали координату z. 0. Откладывать ничего не нужно. Значит, в этой же точке останемся. Значит, мы можем сказать, что тут же будет точка А2, совпадающая с АХ. Ну, а что касается профильной проекции точки, разумеется, она будет на одном перпендикуляре с фронтальной, на одном перпендикуляре здесь с точкой АЗ, и сюда будет отложено 3 единицы, скажем, 1, 2, 3. И мы получим здесь точку А3. Между ними графическая связь, вот как и прежде, может быть осуществлена с помощью точки АY1, и здесь же будет точка АY3. Ну вот аналогично можно поупражняться и с другими точками, имеющими другие значения координат. Теперь после закрепления элементарных положений о построении точки
мы должны с вами обратиться к задаче, которая имеет не принципиальное, но важное значение в навыке построения проекций, в навыке построения проекций в конструкторской деятельности. Это задача, вытекающая из нашей предыдущей задачи, когда мы говорили, что мы можем строить горизонтальную и фронтальную проекцию, а можем строить по координатам, скажем, фронтальную и профильную проекцию, или эту пару проекций, или эту. Но очень часто в конструкторской практике бывает, что основное изображение построено вот этих двух проекциях. А какой-то элемент изображения, вот хотелось бы иметь еще и профильную проекцию. Но не обязательно всего объекта, а какой-то его части. То есть задача не решается на чертеже, вот здесь в трех проекциях весь объект. Все решается вот, скажем, в системе, вот массивы изображения здесь. Но какой-то элемент нужно бы получить вот здесь на профильной плоскости проекции. Вот имеем два, а вот получить здесь третий. Вот так чаще всего в конструкторской практике получается. Нет всего из-за, но часть надо уметь построить. Значит, возникает, другими словами, задача. Я на чертеже располагаю информацией А1 и А2. И мне нужно А3. Может быть, не всего сложного объекта, только какого-то его элемента. И поскольку это в конструкторской практике встречается очень часто, то наряду с прямой и обратной задачей, которую мы считаем принципиальной, возникает вот эта вспомогательная задача, имея две проекции, построить третью. Вот так мы ее с вами себе и запомним, что наряду с прямой и обратной задачей проецирования в конструкторской практике возникает задача по двум проекциям точки уметь построить третью. Она, как правило, возникает не на всем комплексе изображений, а чаще всего на каком-то его элементе. Так вот, оказывается, что эту простенькую задачу конструктора решают тремя приемами. Итак, построение профильной проекции под горизонтальной и фронтальной проекцией осуществляется тремя приемами. Первый прием, говорим, графический. Графический. Существо его в следующем. Итак, мы располагаем двумя проекциями. Нужно построить третью проекцию графическим способом. Тогда вспоминается, что это точка АХ. Вспоминается, что профильная проекция, которую я ищу, находится где-то на линии равных координат Z. Вспоминается, что эта точка должна быть АZ, проекция точки на ось Z. Вспоминается, что это графическая величина координаты Y, которая будет нужна мне здесь для определения вот этого расстояния. И оно, это расстояние графически переносится вот сюда, где где-то здесь будет наша профильная проекция А3. Так вот, умение перенести эту координату Y вот сюда для определения положения профильной проекции и составляет существо графического приема. А именно, мы опускаем перпендикулярно ось Y и говорим, что здесь получим точку АY1. Это мы вот эту координату уже перенесли вот сюда. Потом вращением вокруг начала координат описываем дугу и говорим, что эту координату Y мы уже перенесли вот сюда. А теперь, проводя линию равных координат Y, мы ей пересекаем линию равных координат Z. И, разумеется, здесь получим точку А3. Вот этот путь графического переноса координаты Y для определения профильной проекции называется графическим приемом. Второй подход – координатный. Мы им уже работали. И ради, так сказать, общей классификации мы его повторим. Вот это наша координата Y, которую мы можем измерить, скажем, циркулем.
и от точки А, Z циркулем, скажем, отложить и получить точку А3. Вот я циркулем взял эту координату и отложил ее вот сюда. Вот я и получил, совершенно не интересуясь вот этой связью. Вот мой координатный подход. Конечно, этот координатный подход к делу может работать не только в такой системе координат, а может работать и в местной системе координат. Показываю. Ну, скажем, что значит в местной системе координат? Вот я возьму, скажем, изображение цилиндра. Вот фронтальная проекция цилиндра. Вот, значит, здесь у меня, скажем, горизонтальная проекция цилиндра. Ну, вот наши это оси координат, допустим, пускай те же будут. Я ничего не меняю. Я в нашей системе, скажем, показываю изображение цилиндра. И вот на поверхности этого цилиндра, скажем, у меня есть точка А2, и вот ее, скажем, горизонтальная проекция А1. И мне нужно найти фронтальную проекцию этой точки. Ну, часто конструктора работают таким образом. Говорят, вот это расстояние точки А1 берут не от точки АХ в общей системе координат, а берут в местной системе координат, вот от этой оси, и показывают вот это лишь расстояние, считая, что вот эта координата Y, а не вся координата Y. И тогда вот это расстояние откладывают здесь от оси. То есть вот эта координата Y определяет положение точки А3. То есть мы меряем не от этой оси вот этот Y, а меряем вот этот Y в местной системе координат, определяющей по оси симметрии самой фигуры. Значит, и этот подход, и этот подход, когда мы меряем относительно оси, называется координатным методом построения третьей проекции. Ну и, наконец, третий подход. Вы видите, что они все очень связаны между собой. Они даже их нельзя считать независимыми, они легко вытекают один из другого. Ну уж так в практике конструирования привыкли ими пользоваться и называть по-разному. Значит, мы вам об этом и рассказываем. Ну, здесь задача такая. Я показываю вам тот же самый цилиндр. И не показал вам осей проекции. Я говорю, вот у меня два изображения цилиндра, расположены друг под другом. Здесь можно говорить о линиях проекционной связи. И вот я хочу профильную проекцию этого цилиндра разместить в заданном мне месте. Вот это мне дано. Так бывает, когда построены два изображения. А я хочу третье изображение построить в заданном месте, а не где попало. Тогда говорю, вот я хочу его построить, это изображение, вот здесь, вот тут. Почему? Может быть, мне тут размеры надо поставить какие-то, какую-то информацию дать. Значит, я вот хочу изображение сделать здесь. Как тогда быть? Тогда говорят, вот если я прострою точку пересечения этих осей и здесь проведу 45-градусную прямую, то эту прямую называют постоянной чертежа. Тогда я с помощью выбора этой постоянной чертежа устанавливаю между ними связь и могу в местной системе координат работать. Я говорю, допустим, эта точка у меня А2, эта точка у меня А1. Тогда как там строится проекция? Как в зеркале отражается эта координата? И вот тут получаем точку А3. Таким образом, связь координат устанавливается с помощью постоянной чертежа, а она проводится через точку пересечения осей горизонтальной и профильной. Я могу сделать то же самое
таким образом. У меня задана фронтальная проекция объекта и горизонтальная проекция, и профильная проекция объекта. А вот тут мне надо очень много места. Мне бы хотелось горизонтальную проекцию аж вот тут расположить. Очень хорошо. Точно так же тогда строится постоянная чертежа. И тогда устанавливается та же самая возможность зеркального отображения этих координат с помощью постоянного чертежа. Может быть, эти две заданы. Эту размещаю в нужном мне месте, строю постоянного чертежа. Эти две заданы. Я хочу это расположить в нужном. Если бы я захотел ее вот здесь расположить, эту проекцию, пожалуйста, значит, у меня вот здесь прошла бы постоянная чертежа. То есть таким образом постоянная чертежа позволяет устанавливать связь между проекциями путем заданного расположения этих проекций на чертеже. А уж если мы будем исходить из осей, сначала оси нарисуем, то тем самым мы уже наверняка зафиксируем положение плоскостей проекции, и изменять мы их не сможем. Вот почему такая вроде обратная задача расположения проекции на заданных местах используется с помощью постоянного чертежа. Иногда по-другому бывает. Очень крупные объекты. Одно изображение на листе одном. Второе изображение на другом листе. Третье изображение вообще где-то на третьем листе. И если вы хотите инструментальную связь между ними установить, то тогда они закрепляются, устанавливаются постоянные чертежа, и тогда очень легко работать на проекциях, которые сделаны на отдельных листах бумаги. Ну вот, таким образом решаются вопросы вот этой дополнительной маленькой технической задачи построения третьей проекции по двум заданным. Ну и в заключение рассмотрим несколько задач, таких, ну, требующих немножко большего напряжения, что ли. Ну, посмотрим с вами, например, такую задачу. Дана проекция точки обычная. Определить расстояние точки до осей проекции. Сразу нарисуем эпюр. Пусть обычная наша какая-то точка. Сразу построю ее профильную проекцию, она нам понадобится. И спросим, каково расстояние точки от до плоскостей проекции? И как его определить на комплексном чертеже? Но для этого нужно уже научиться методике решения задач начертательной геометрии. А эта методика состоит в следующем. Когда есть условия и есть то, что дано, надо представить себе задачу, исходные данные в пространстве. Значит, вот есть какой-то x, какой-то y, какой-то z. Представить себе положение точки в пространстве. Плоскости проекции можно представить себе вот стены и потолок, допустим. Можно представить себе проекции вот эти. А потом себе представить другое. Нас спрашивает расстояние до осей проекции. Значит, надо сначала в пространстве представить, как будет измеряться расстояние точки до оси x. Наверное, перпендикуляром до оси x. Какое положение в пространстве занимает этот отрезок? Он параллелен плоскости проекции профильной π3. Значит, он изобразится в натуральную величину на эту плоскость π3. Значит, вот будет изображение в натуральную величину расстояние точки в пространстве до оси проекции x. Это будет до оси ox. Представляем себе расстояние в пространстве точки до оси oz. Это перпендикулярно оси oz. Этот отрезок параллелен плоскости π1. Значит, на плоскости π1 от горизонтальной проекции до начала координат это будет натуральная величина этого отрезка в пространстве. Значит, вот этот отрезок, это расстояние будет до oz. Ну и точно так же, рассуждая, вы убедитесь, что это расстояние до оси до oy. А это что за расстояние, которое хотелось бы как-то использовать? Это расстояние, оно-то до оси проекции, но это от
от проекции до оси. Значит, это координата Z, это расстояние до плоскости P1, а это расстояние до осей. Вот расстояние до осей и расстояние до плоскости нужно научиться различать и видеть его на комплексном чертеже. Используя процесс сначала представления в пространстве, потом отметить пространственные действия, то есть алгоритм решения пространственной задачи, а потом показать, как он осуществляется на эпюре. Эти три этапа будут всегда нам сопутствовать и помогать в решении задачи. Еще посмотрим с вами одну задачку, чтобы закрепить с вами уже какой материал? Методику решения задач начертательной геометрии. Условия представить в пространстве, наметить пространственный алгоритм, а потом реализовать его на чертеже. Ну, возьмем такую задачу. Пусть, как и прежде, нам дана точка с координатами. Я возьму точка А с координатами. 2, 4, 6. Нам нужно построить точку Б, которая была бы симметрична точке А относительно бисектора плоскостей P1 и P2. Что такое бисектор? Это плоскость, делящая двугранный угол пополам. Ну, подобно тому, как бисектриса делит линейный угол пополам. Итак, построим сначала на проекции нашей точки. Координата х определяет точку АХ. Вот тот перпендикуляр, на котором должны быть горизонтальные и фронтальные проекции. 4, это координата y, 1, 2, 3, 4, определяет горизонтальную проекцию точки А1. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, фронтальную проекцию точки, то есть А2. Профильная проекция определяется координатой y, здесь, как мы с вами говорили, 1, 2, 3, 4, точка А3. Вот наши исходные данные. А теперь что мы должны с вами сделать? Представить условия задачи в пространстве. Ну вот представьте себе, плоскость бисектора из оси х выходит и направлена под 45 градусов к плоскостям. А вот над ней сверху точка А, а вот тут бисектор прошел. Скажите, симметричная бисектору плоскость будет на перпендикуляре и на таком же расстоянии по другую сторону бисектора. Скажите, заданная точка и симметричная точка относительно бисектора, как отрезок, какое положение занимает в пространстве? Наверное, параллельный P3, значит, там изобразятся в натуральную величину. Значит, если бы я построил здесь 4 единицы, так же, как и здесь 4 единицы, то это было бы след той плоскости бисектора, относительно которой на таком же расстоянии, то есть на перпендикуляре, должна была бы находиться наша точка. Ну вот, если вы проделаете эту работу, здесь это ваш бисектор, опустите этот перпендикуляр, то здесь где-то будет точка B3, то есть точка, симметричная нашему бисектору, относительно точки А. Ну, если вы рассмотрите эти треугольники, то увидите, что в силу равенства этих отрезков у нас координата Y точки B будет равна координате Z точки А. И если вы по этой координате Y простроите координату, используете эту координату для получения горизонтальной проекции точки. А почему она будет здесь? Да потому что, если представите себе эти две, первую точку и вторую, то ясно, что будучи перпендикулярны к бисектору, координата x этих точек не изменится. Значит, B1 будет не тут и не тут, а на линии равных координат x. Что касается фронтальной проекции точки, то здесь вы заметите, что координата z этой точки, B, станет равной координате y точки А. То есть вы здесь получите на линии равных координат z точку B2.
Подводя итог сказанного, вы скажете, координата х точки не меняется, а эти две координаты поменялись местами. Значит, выходит, хорошо представив себе задачу в пространстве, вы могли бы, не делая даже этого чертежа, сказать, точка B будет иметь координаты 2, 6, 4. То есть х останется на месте, а 4 и 6 координаты z и y поменяются местами. Попробуйте-ка сами, например, представьте себе какую-то точку в пространстве, а плоскость бисектора проведите из оси z и постройте симметричную. Или проведите бисектор из оси Y и постройте симметричную. Это будет для вас очень хорошим упражнением, как для построения проекции. А потом попробуйте, смогли бы ли вы логическим путем прийти к записи координат даже без построения проекции. Это всегда бы поставило вас уже на уровень освоения методики решения задач, то есть представления в пространстве, установление порядка действий геометрических, то есть алгоритма, а потом представить себе, как этот алгоритм реализуется на проекциях. Вот в этом весь курс будет начертательной геометрии, вот по этим трем пунктам все время мы должны будем работать. В заключение я хотел бы попросить вас подготовить себя к следующей лекции. Следующая лекция будет о прямой линии. Так вот, для того, чтобы хорошо представить себе отрезки прямых линий по-различному расположенными в пространстве, надо себе представить такие случаи и уметь их строить с помощью материала первой лекции. Ну, в чем дело? Дело вот в чем состоит, что мы различаем положение отрезка прямой в пространстве общего положения, то есть когда отрезок не параллелен никакой плоскости проекции. Мы различаем отрезки, параллельные плоскостям уровня, то есть отрезки уровня или прямые уровня. Ну, скажем, прямая параллельная плоскости π1, вот у ней все координаты z одинаковые, например. Она параллельна плоскости π1. Различаем отрезки, параллельные не только разным плоскостям, но перпендикулярные плоскостям проекции. Это проецирующие прямые или проецирующие отрезки. Так вот, оказывается, что можно представить себе процесс построения таких линий с помощью такого моделирования. Ну вот, представим себе призму. И вот внутри этой призмы пускай будет какая-то точка А. Так вот, можно представлять себе точки симметричные плоскости. Смотрите-ка, вот перпендикулярно эту грань, и такой же отрезок отложил сюда. Пусть это будет, допустим, А с чертой. Или лучше, ну, извините, возьмем лучше точку Б, назовем ее. Пускай это будет точка Б. Это точка B симметрична вот этой грани. А можно представить себе точку, симметричную ребру. И, допустим, опустить перпендикуляр, скажем, вот на это ребро. Вот так опускаю перпендикуляр и такой же отрезочек сюда откладываю. Допустим, будет точка C. Она будет симметрична вот этому ребру. А можно представить себе точку, симметричную вершине. И вот такой же отрезочек здесь отложить. Это пускай будет точка D. Тогда точка, симметричная грани, приведет к образованию отрезка параллельного плоскостям проекции, извините, перпендикулярного плоскостям проекции. Точка, симметричная ребру, приведет к образованию отрезка параллельного плоскости проекции. И точка, симметричная вершине какой-то, приведет к прямой общего положения. Самым хорошим упражнением для вас было бы представить себе точки, симметричные всем граням, всем ребрам и всем вершинам. Очень полезно уметь словесно
словесно это выразить? Ну, для того, чтобы словесно это изобразить, я хочу попросить вас освоить такую терминологию. Это очень полезно для развития пространственного мышления. Обратимся с вами сейчас к знакомому нам изображению обычной призмы. Так вот, в начертательной геометрии можно с помощью терминологических, просто таких выражений, терминологии определенной, назвать каждую грань, каждое ребро и каждую вершину. И умение это сделать является очень важным упражнением в развитии пространственного мышления и получения навыка мыслить в пространстве. Это я вам сейчас рассказываю для того, чтобы вы могли дома потренироваться. Эта задачка может сразу у вас не пойти. Сделайте подготовку к ней. Ну, действительно, давайте будем с вами называть каждую грань. Скажите, вот эта грань какая? Ну, наверное, вы скажете, верхняя. А это какая грань? Вы скажете, нижняя. Это вы скажете, какая? Левая. А вот это какая? Правая. А вот эта грань какая? Передняя, а вот та грань будет какая? Задняя. Вы говорите, каждая грань называется одним словом. Одним словом. Передняя, задняя, верхняя, нижняя, левая, правая. А координатно, наверное, она определяется одной координатой. Верхняя. Все ее точки на одинаковом расстоянии z от плоскости π1. Это одна координата, одно слово и одна координата определяет положение каждой точки этой грани. Высота. Так? А если я скажу, допустим, левая вот эта, да? Слово одно. И координата одна, x, расстояние от π3. И вы легко проследите, что каждая грань, имея обозначение одним словом, наименование одним словом, определяется одной координатой. Теперь я возьму ребро. Ребро. Взяли с вами вот это ребро. Какое же это ребро? Давайте словами называть. Переднее или заднее? Переднее, да? А верхнее или нижнее? Верхнее. Значит, это ребро какое? Переднее, но верхнее. А это тоже переднее, но нижнее. Это какое? Заднее, верхнее. А вот это какое? Заднее, нижнее. Вот это какое ребро, смотрим сюда? Переднее, левое, да? А это, я не могу сказать, оно... Вот это у меня переднее, правое, а вот то у меня какое пришло? Правое, но какое? Заднее. Здесь у меня тоже заднее, да, но левое. А вот это ребро я возьму. Оно у меня какое? Верхнее, левое. Это верхнее, правое. А это какое? Нижнее, правое. А вот это какое? Нижнее, левое. Выходит, ребро называется у меня двумя словами. Двумя словами. А положение точки на ребре на каждом, наверное, определяется двумя постоянными координатами. Все точки на этом ребре определяются каким-то x и каким-то y, так? Вот двумя координатами, x, y, а z может изменяться как угодно. Два слова и две координаты. Назвать словами и подумать, какими координатами определяется, значит уметь выделить переменную координату, от которой ничего не меняется, и постоянные координаты. Здесь одна постоянная координата, здесь две постоянных координаты. А если я с вами... Значит, вот мы с вами назвали
ребра назвали плоскости. Вершину как назвать? Вершину. Какая это вершина? Конечно, она передняя. Конечно, она верхняя, но она еще и правая. И так со всеми. Это верхняя. Так? Она у меня левая, и она у меня передняя. Значит, каждая вершина определяется тремя словами. А сколько координатами определяется вершина? Конечно, тоже тремя. Х, Y и Z. Три координаты. Умение назвать, умение осознать, какие координаты и какие слова, не имея сначала нарисовать, а потом убрать и мысленно представлять себе призму и называть. Это прекраснейшее упражнение, которое закрепляет тему проекции точки. Когда вы это научились делать, вы переходите к этой модели и представляете точку симметричную плоскости, точку симметричную ребру и точку симметричную вершине. И говорите, это будет прямая перпендикулярная к π3, это прямая параллельная π1, а это прямая общего положения. Простроив разные такие прямые и осознав их, уже можно с карандашиком строить, а потом и без карандашика, вы не только закрепите тему точка, но вы и подготовите себя к теме прямая. Помните, что нужно себя готовить не только путем умения работать карандашом, но что не менее важно, нужно развивать свое пространственное представление, мышление, ибо это все самый близкий путь к настоящему творчеству. До свидания.